Мамадалия Пышев несколько лет пытается доказать свое право на 2 гектара земли в селе Куршап. Мужчина уверяет, что эту землю он купил. Однако пользоваться участком в полной мере он не может. На мою землю участок начинается вон оттуда, претендуют другие люди. Спорных вопросов с оформлением земельных участков теперь должно быть меньше. Торги и оформление предлагается проводить через электронную площадку. В настоящий момент нами разработан портал специально для муниципальной собственности. Это две разные базы. Но вы заходите через один сайт, это p.ukmut.kg, и дальше уже по ссылке. Основная задача данного портала – это обеспечение открытости аукционов, их доступности и выявление реальной картины по количеству имущества, которое есть у Айыл-Укмуту и сдается в аренду. Открытые электронные торги позволят избежать споров по поводу принадлежности реализованных земельных участков. В основном в Оше постоянно проблемы с земельными участками. Несколько человек обращались по этому поводу даже к президенту и правительству. Мы работаем над этим, чтобы минимизировать такие проблемы, поэтому открываем электронный портал. Сегодня работе с электронной платформой в Ошской области учатся госслужащие 2 сельских округов. А цель портала – это распространение лучших практик, которые есть у муниципалитетов. На портал можно как свои лучшие практики размещать, знакомиться с другими практиками других муниципалитетов. Это такое, знаете, электронная площадка, где можно работать и распространять свои знания какие-то. Также на портале можно получать онлайн-образование. Также запущен портал «Лучший регион». Он предоставит информацию о работе, которую ведут в сельских округах. Планируется, что нововведения позволят более успешно вести борьбу с коррупцией, а также дадут избежать ненужных трат. Алена Смирнова, Самара Асанова, Диля Алиев, ЛТР, Ош.